Девочки, кто меня спрашивал, в каком виде черенки вы получите? Получите вы череночки вот в таких вот стаканчиках. Череночки дают уже боковые побеги. Можете дать им объем побольше. А можете подождать до весны, когда земля прогреется, и высаживать уже их прямо в грунт. Они растут очень быстро. Формировать их не надо. Они дают сами большой шар. Будете высаживать, расстояние держите 50 сантиметров друг от друга, потому что в обхвате куст он примерно сантиметров 50, а то и больше, а то и до метра доходит больше. Метр это точно. Формировать, еще раз говорю, не надо. Он сам дает боковые побеги, дает поросль. Отсюда из пазух тоже идут листочки. Так что вот в таком вот виде вы получаете череночек. Череночек уже укорененный, если вам видно, уже есть корешочки. Также могу вам сделать миксы. Посадить их в одну плошечку, а сами вы уже потом разделите, рассадите по отдельным стаканчикам, либо сразу прямо в грунт. Растение очень неприхотливое, не требует много заботы. Поливать и освещение. Вот и все.